Разбитую ВАЗовскую десятку спасатели при помощи спецтехники ставят на колеса. Лежащая на крыше, воткнувшись в дерево легковушка и получивший телесные повреждения ее 28-летний водитель, а также помятая отечественная девятка стали итогом аварии, произошедшей вечером 21 августа. По предварительным данным ГИБДД, виновником ДТП стал 79-летний водитель ВАЗ-21093, не уступивший дорогу десятке. Серебристый седан совершал разрешенный на этом участке дороги обгон, двигаясь по проспекту Мира от Дворца спорта к ДК «Современник». Пожилой водитель «девятки» в этот момент выезжал из двора. Седан, зацепив ВАЗ-21093, наехал на бордюр и перевернулся. Предварительно установлено, что в вечернее время в 19:48 водитель автомашины ВАЗ-21093, мужчина 39-го года рождения, выезжая из прилегающей территории внутридворовой, не уступил автомашине ВАЗ-21103 дорогу, в результате чего произошло столкновение и опрокидывание автомобиля ВАЗ-21103. Мужчина ВАЗ-21103 получил телесные повреждения, в данный момент проводится проверка. По предварительным данным, в результате аварии пенсионер не пострадал. Водитель десятки от госпитализации отказался. Это дорожно-транспортное происшествие стало 27-м с начала года, в результате которого пострадал человек. Всего же за этот период на дорогах Заречного произошло 229 ДТП. Уважаемые участники дорожного движения, будьте особенно внимательны на дороге. Помимо соблюдения всех норм и правил дорожного движения, проявите дополнительную осторожность. Вблизи учебных учреждений, во дворах жилых домов, при подъезде к пешеходным переходам снижайте скорость вплоть до полной остановки. Легкомысленное отношение к правилам дорожного движения и игнорирование транспортной дисциплины зачастую приводит к трагедии.